утро, сыночек. Что у тебя, каникулы начинаются? Да, сейчас 5 утра. Григорий проснулся. Я вот уже взяла чемодан. Ну что, то ты едешь с вечера. Да, Григорию вот вещи складываю. О, а я это как-то не заметила. Гриша, вот это вот чистое, если куда-то идти в парк, понял? Да. Их также не одевать. Бери книжечку, очки бери. Что, чемодан-то собрали? Все а вот я еще не собралась. Да, сейчас теперь Григорий одевается. Взял книжечку почитать. Про собачек, да? Правильно, мудрого говорюши. Писать будешь, что ли? Нет. Нет, сразу говорю, я писать не буду. Но читать будешь, да? Ну, читать, это я так, для интереса, чтобы было интереснее. Хорошо. На перец. В чем радиоактив? Гриша сорвал перец, покажи на своем огороде. Да, я сам моего производства. Да, вырастил острый перчик, повезет девушке Лёше, да? Девушка такое любит. А я не буду. Не надо, надо хоть попробовать, что ты вырастил. Нее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 eееee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 e
сезон. Он сейчас уже пересезонился, как бы. Пересезонился? Да. Ты сотовый же взял? Сотовый, да. Надо папу попросить ваше сиденье оттуда вытащим. Зачем? Ну, я если лягу. Не надо, пристегнулся и ехать, сына. Ты что, какой улягусь? Давай все складываем. Идем будить Антошку. Ты уже будешь, а Фоня первый проснулся. Да не тяни ты его. Погладь его, скажи, просыпайся, братанчик. Мамки. Я поглажу, я поцелую, а ты не будешь? Да. Тогда иди. Мальчиков нету, за Юне скучно, да, Зоечка? Все разъехались. Так кто, Миша? Да, как его зовут? Миша, да? Так, мы вяжем. Укропчик уже навязали 400 пучков. Я тут охлаждаю компотик, знаете, как бабушка в миске с вишней сварила компот. Просто не закатывать ничего. В общем, охладиться буду ставить в холодильник. Винограда тоже в этом году, гляньте, много. Даже, может, придется зелеными обрывать бубочки. Мне кажется, чересчур много веточек винограда. Что, за Юнечка перекусывает, да, Зоечка? Она сейчас докушает картошечку, а я буду готовить гречку и курицу в мультиварке. Вот уже курица у меня здесь кусочками. Посолила я, поперчила. Сейчас буду обжаривать с луком, с морковкой. И все в мультиварке вместе с гречкой готовить на режиме крупа. Так, все теперь обжаривается на сковородке. Сначала мясо, теперь добавила лук и морковку. По привычке начистила аж 3 морковки и думала... Что охранатель, но Фоня уже в садике, поэтому добавила сюда. Я люблю обжаривать именно не в мультиварке, а в сковороде. И теперь добавлять все в кастрюлю из-под мультиварки. И сейчас еще намою сюда гречки. Ну что, гречка с мясом уже готова. Я тут сижу, не звоню, узнать, где он. Вот. Я их на 2 раза включала по 25 минут, потому что мясо здесь все-таки куски такие достаточно большие. Вот. И сейчас все немножко остынет. Алло, Сержонь. Привет, Маргося, и ты приехала? Да, иди сюда. Сейчас тебя Сережа забрал. А Сережа где? А вот и Зоя Соскина. Зоя! Открой. Ну, папа, открывай. Фофанька, как ты там? Это что? Театр был. Был театр? Да, там кто-то танцевал. Зои, положи. Давай, пойдем. Что он смотрел? Я еще, по это Зои чуть. А кто поехал в Ейск? Слава. Григорий? Да. А до кого он поехал, ты знаешь? Да, до Лёни. До дедушки Лёни? Да. А ты куда пошел? А ты куда пошел?
А кто там прыгает? Ого, кто здесь в грязи лазил? Дурана! Тут грязь, видел какая? Два. Сильная, да? Сегодня у нас, кстати, дождик шел. А ты в садике видел дождик? В садике был дождик, капал? Да, и у нас тоже был. И у нас тоже был дождик дома. Дома? Дома, да. А не кап-кап. Был кап-кап. А не кап-кап. Сейчас нету, да? Да. А был кап-кап. Да, был раньше, да? Да. Фанька за рулем. Афоня. Пошли. Говори до свидания, дедушке. Скажи до завтра. Завтра мы в садик, да? В садик. Давай, пока. Пока. Завтра еще приедет, да? Дети уже достали себе мороженое. Антоха умеет доставать. Как его доставать из формочек, ты знаешь? Горячее и вытаскиваем. Горячее и вытаскиваем. Он идет в ванную, включает горячую воду, держит вот так за палочку, немножко в теплой воде, в горячей. Вот эти формочки обливает и все, и вытягивает. А? Да? Ты кушаешь? Голодный, что ли? В садике что давали кушать? Ну, прожуй. Я такал. А? Такал. Театр был? Да. Да. И там так они танцевали? Да. Смешно, да? Ну все, кушай, не буду тебя отвлекать, хорошо? Так, пока дети кто чем занят, я буду обрывать смородину. Уже пора. Вот эти два куста поспели. Нужно уже их оборвать. Красную. Смотрите, какая красивая. Антоха играет в червяков. А где Зоечка? Мама, я убралась. Антон Сергеевич. А где Зоечка? Афонечка, ты не видел, где Зоечка? Вот там. А что она тут делает, наша девочка? Заюня, ты что, маме с папой будешь пока махать? Нет, Зоечка, пошли с тетей Верой. Пошли, я тебя понесу. Пойдем? Что светится, Заюня? Лампочки? Виноград, скажи, светит. Виноград, да. Когда ты к тете Вере приедешь? Завтра. Побежали. Это твой, кстати, муж. Кофе с молоком там. Ну, да. Афонька провожает. Пока. 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 Ну что, у нас уже вечер, даже 9:30 уже, да? Иди поговорим, что нам же сегодня Григорий звонил. Иди расскажи. Григорий наш там звонил, да. Рыбку там поймал и на море купался, представляешь? Да. Что ты? Отломала. И ты хочешь на море? Да. И я хочу на море. Так что поедем на выходных, да? Да. Ты поедешь? Скоро мало. Скоро Гриша побудет чуть-чуть, и мы его заберем, поедем, да? Да. В общем, Григорий звонил, у него радость, и рыбку он поймал, и покупался. И бабушка Галя пирожков напекла, в общем, столько у него радости. И на спиннинг он ловил, а не на поплавушку, в общем, он был счастлив. Сказал, что это даже лучше, чем лагерь по карате, потому что сейчас как раз в эту неделю карате нету, из-за того, что тренер поехал в лагерь на сборы в Аквалоу. Скоро, да, и мы как раз решили же Григория, позвонили девушке Лёше узнать за Гришин лагерь, сможет ли, ну, как там девушка, занят, не занят, вот, и так что Гриша недельку у дедушки, а Антошка тоже поедет за девушки Лёши на недельку, когда у него будет в садике каникулы, ремонт, в общем,
Ты? И ты поедешь? Да. Да ты же там будешь за мамой плакать. Нет. Не будешь? Да. Че, правда? Угу. Молодец. Да, а папа приедет. Папа приедет, да? Да. Да. А в садике ты плачешь? Да, плакал. Да, сегодня плакал за папой. Представьте, я его сегодня привела в садик, а он плакал за папой. Кричит, скоро папа, да? Скоро папа. Ну и что, папа скоро? Да. Скоро приехал за тобой, да? Да, приехал. И забрал, да? Забрал. Тебе там хорошо было? Опекала бал. Да, в садике было хорошо? Опекала бал. А ты с детками там играешь? Там детки. Есть детки? Да. Хорошие? Они не дерутся? Кто там меня бил? Кто тебя там побил? Кто-то... Кто-то, наверное, побил. А мальчик побил или девочка? Побил только малого. Мальчики? Нет, девочки. Девочки? А расскажи, а ты играешь с ними? Да, там говорили. А? Там говорили. Да? Я не понимаю, что такое. Там говорили. В машине? Говорили. А мал рыбу. А рыбу ты поймал? Не, Вава, мал рыбу. А, Гриша. Не Вава, а говори Гриша. Мама, это что? А это кто, скажи? Там? Кто там живет, да? Да. Акул. Да? Акул. Говори всем, кто там живет, до свидания. А, да. Скажи, завтра мне в садик, да? Не, на. Как это не на? Деда. До деда? Нет, не до деда. Деда. Ну все, говори всем пока. Мы идем отдыхать, да? Да. А потом Вала. Да. Потом на выходные до Гриши, да? Да. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.